В Волгограде продолжается подготовка к международному патриотическому байк-шоу. Оно пройдет в августе на площадке, специально возведенной для масштабного мероприятия в Краснооктябрьском районе города. Башенные краны в качестве рам для света, военной техники и подиум для прыжков с мотоциклов. Аналогов этой площадки в России нет. Байк-шоу, приуроченное к 70-летию Сталинградской победы, должно запомниться волгоградцам не только яркостью, но и духом патриотизма, говорит автор идеи Александр Золдостанов. 70-летие победы в Сталинградской битве, изменение всего хода истории, это соединение Севастополя и Сталинграда, как городами-побратимами, таким мостом. В скором времени на площадке появится макет военного самолета-бомбардировщика. Все подробности организаторы байк-шоу пока держат в тайне. Сейчас продолжается работа с декорациями и сценой. Решать все технические и орг-вопросы авторам проекта помогает правительство региона. Сейчас разрабатываются все нюансы шоу, вплоть до того, из какой точки будут появляться каскадеры на мотоциклах. Все действия и трюки, несмотря на их сложность, будут происходить, что называется, с первого дубля на глазах у зрителей. Эти все окна, и оттуда будут появляться мотоциклы. Все это прямо из окон здания этого. То есть мы там предполагаем, все это дело, все эти окна, они в какой-то момент они будут вначале будут сделаны из стекла, ну как бы. Потом увидите неожиданное появление какие-то вещи, которые не хочу рассказывать, о которых. Там будет много таких эффектов, в том числе киношных. Организаторы байк-шоу приготовили для зрителей несколько сюрпризов. Свое согласие выступить в небе над площадкой Сталинграда уже выразила пилотажная группа «Витязи». Кроме того, частью декорации байк-шоу может стать и боксерский ринг, на котором выступит Дмитрий Чудинов, мастер спорта международного класса.